Мои дорогие подписчики, вы, наверное, угадали, почему я маски, также называется мое это видео. Прикол то, что первый раз был прикол, ко мне зашел Димка, ну, вместе работаем на работе. И когда мы шли, там женщина с мамкиной работы гуляла, собака, я ей здрасте, мы тоже поздоровались. Потом домой пришел, у меня мамка такая говорит, ко мне вот женщина с работы подошла и спросила, а сколько твоему сыну лет? А так, что? Да вот он в маске шел. И чё? Подумал я. Кому какая разница, кто как ходит. Главное, человеку нравится и все. Второй прикол был, я тоже иду. И там тоже женщина с работы шла. С матерью. И она на работу шла, и я шел на работу там тоже. Пересеклись. Она такая, Сережа, это ты что? Я еще, ну да. А что ты в маске еще? Да блин, поднимаясь вверх, короче, это. Ветер дует там, чтобы не дышать холодным воздухом. В принципе, кого волнует? И еще один прикол был. Приехали, короче, забирать мусор в магазин. Ну, я такой делал маску, такой захожу, такой, здравствуйте, сейчас здрасте. Когда выносил то есть мусор, заходит, короче, дед, меня увидел, вызывайте милицию. Блин, я чуть с этими коробками не упал. Продавцы там ха-ха-ха, какие-то пацаны пили пиво, тоже, короче, еще пиво мне это, не захлебнулись от смеха. Вот так, вот такому живу в зоопарке, где люди, да, блин. Ладно, удачи вам, жмите класс, подписывайтесь, с вами был.